В этом году исполняется 40 лет со дня образования отрядов юных инспекторов движения. В течение профильной смены, проводимой на территории санаторного комплекса «Жемчужина России», юные инспекторы демонстрировали свои знания правил дорожного движения, участвовали в познавательных и развлекательных программах, активно выступали в конкурсах. Лучших наградили дипломами, кубками и памятными подарками. Золотым победителем творческих конкурсов стала команда Темрюкского района. Я хочу, чтобы каждый участник знал, что он не только проигравший, не только победитель, он все равно получает звание юного инспектора движения, и этим надо гордиться. Призовое первое место основной части конкурсной программы заняла команда Услабинского района. Ребятам вручили кубок и велосипеды от руководства краевого отдела ГИБДД. За волю к победе в отдельной номинации были награждены Пистро Андрей и Гуляйкин Виталий, участники команды из Анапы. Поздравили детей с завершением смены детские творческие коллективы курорта и юные воспитанники детского сада «Орленок». Малыши рассказали о знаках дорожного движения своим старшим товарищам. Посреди дороги дети, мы всегда за них в ответе. Чтоб не плакал их родитель, будь внимательный водитель. На мероприятии пришли поздравить детей почетные гости. Сотрудники госавтоинспекции города Анапа, представители Министерства образования и науки Краснодарского края и администрация курорта. Заканчивается такая яркая, незабываемая, познавательная смена юных инспекторов движения. В этом году она была юбилейной, а значит, она, как и все предыдущие, но особенно ярким восклицательным знаком войдет в историю кубанского юно-инспекторского движения. Все юидовцы были довольны своими результатами и дали обещание с гордостью носить славное звание юного инспектора движения. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион.